Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня мы с вами готовим тыквенный кулич. Как всегда, я пробую, поэтому раскладку делаю небольшую. Потому что как на вкус получится. Так, у нас тут 200 грамм тыквенного пюре. Я тыкву запекла в духовке, измельчила при помощи блендера. Щепотка соли. 10 грамм прессованных дрожжей. 4 желтка, щепотка куркумы, щепотка куркумы, 20 грамм оливкового масла. Все мы это хорошо перемешиваем. Вот. Масса у нас сейчас теплая. Отдельно я подготовила 50 грамм, вот порезала кураги. Сейчас нам надо сюда добавить 320 грамм муки. Обязательно просеиваем. Смешиваем тесто. Посмотрите, какое у нас получилось красивое, желтое и ароматное тесто. Мы накрываем миску или полотенцем, или пленочкой. И даем подойти тесту, чтобы оно увеличилось два раза. Потом мы разложим формочки. Тоже подождем, когда поднимется. И будем выпекать при температуре 170 градусов до готовности. Вы видите, когда они станут очень красивые. Почему нравится этот рецепт? Посмотрите, мы его долго совершенно не замешиваем. Мы соединили все ингредиенты. И все. И ждем, когда он у нас подойдет. Наш кулич. Вот. Смотрите, какое красивое тесто. Приятного аппетита!